Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Прошло уже 223 года со дня рождения великого русского поэта. Этой знаменательной дате в Центральной детской библиотеке посвятили литературную игру, которая прошла с воспитанниками 18-го детского сада. Он великий и всем известный поэт, писатель, сказочник, который хорошо известен всем с самого раннего детства. Все знают сказки Александра Сергеевича Пушкина о золотой рыбке, о мертвой царевне, о золотом петушке. Сегодня 16 ребят старшей группы чуть ближе познакомились с жизнью и творчеством писателя и поиграли со сказочными героями. Пушкинский кот-ученый научил ребят делать веселую зарядку. А еще ребята отправились в увлекательное путешествие по сказкам вместе с мультперсонажем Вовкой из Тридевятого царства. Листая книгу сказок, дошколята побывали в Лукоморье, познакомились с его жителями. Самым запоминающимся моментом было путешествие в сказку о золотой рыбке. Малышам предстояло отправиться на необычную рыбалку. Подобно игре «Музыкальные стулья», здесь вместо стульев убирали рыбок и игроков, которым рыбка не досталась. Попав в сказку о царе Салтане, путешественники вспомнили всех насекомых, в которых превращался князь Гвидон – муху, комара и шмеля. Весело и беззаботно прошла литературная игра. Ребята ушли с праздника в хорошем приподнятом настроении и с подарками. Кстати, Центральная детская библиотека всю неделю проводит литературные встречи с читателями, посвященные дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Лена Беляева, Василий Обухов, Ленинск ТВ.